Привет, уважаемые подписчики! Наконец-то, наконец, в этом году мы что-то сдаем. Закончился третий этап в доме в Заостровье. Готов фасад, готовы все внутренние работы. В общем, это мы сейчас все посмотрим. Ну, я говорю наконец-то, потому что 2 месяца этот дом делали. Началась стройка перед Новым годом. И в этом году пока мы сдавали всего один объект. Это был фасад в Галатово. Ну, фасад, вы понимаете, это такой объект очень простой. Можно сказать, даже и не считается. Короче, мы сейчас о чем поговорим? Как это все выглядит? Как стыкуются части фасада? А вот из чего фасад, как он крепится? Это все было в прошлом ролике, ссылка в описании. Там вы можете это посмотреть. Итак, комбинированный фасад. У нас получается стык кирпичей и дерева. Я за этот стык очень переживал. Ну, ладно, не буду врать, не так, чтобы переживал, но беспокоил меня этот стык. И что мы видим? Видим, что смотрится он довольно так, ну, даже гармонично. Можно выразиться так. Он получился лучше, чем я ожидал. Сейчас я покажу вам крупным планом. Кстати, если, может быть, мы когда-нибудь наберем, ну, хотя бы 20 тысяч подписчиков, не знаю, ну, больше, чем сейчас, то, может быть, у меня будет оператор. Ну, в общем, вот такой получился стык. Сами можете оценить, насколько он хорош или плох. По-моему, удачней. После затирки, наверное, будет смотреться уже еще лучше. Но это мы с вами увидим позже. Значит, что еще хочу сказать. Дверь. Вы на общем плане видели? Это такие высокие, большие окна. Ну, а это конкретно входная дверь. С террасы можно попасть в дом. И вот эта дверь стоит, что-то, по-моему, около 50 тысяч рублей, если не путаю, с учетом скидки. За счет своих огромных габаритов и за счет двухсторонней ламинации. Она с двух сторон темная. А это стоит дороже. Хотите сделать дверь темной с одной стороны, ну или дверь, или окно, это, ну это как пластиковое окно, пластиковая дверь. С одной стороны это плюс 20% к цене, с двух сторон плюс 40% к цене. Ну это вот, не знаю, в чем связано, видимо, ламинация дорогая очень. Ну, вот, цветные изделия всегда стоят дороже, чем белые. Белые изделия стоят, соответственно, дешевле. По поводу обналички, вот смотрите, что у нас получилось. Выводы, опять же, делайте сами, но, как по мне, достаточно смотрится солидно, вот так массивно. Наличник 120 мм, добор, это добор называется 180. С этой стороны при входе в дом большая терраса, но террасу пока не делали. Вернее, сделаны только лаги, а вот чистовое покрытие будет потом, на следующем уже этапе, на отделке. Решили в этот раз так, хотя обычно терраса в третий этап входит. Также поставили мы водосточную систему. Это пластик, пластиковая труба фирмы Винилон. Рассказать про нее особо и нечего. Вода стекает в дождеприемники. Вы же помните, конечно, что мы вместе с УШП делаем сразу же дождеприемники. И вот, собственно говоря, водосточка, да, вода с нее капает, капает и стекает прямо в дождеприемник. Но Вадим, наш бригадир, он, видимо, так торопился, что вывести-то он все вывел. Но, Вадим, твою мать... Здесь же пленка. Почему ты не убрал эту пленку? Я пока так ее отогну. Вот. Ну, в общем, даже на самом деле с пленкой не так плотно она была прикрыта, все это работало. Удобная штука. Вода дождевая не скапливается вокруг дома. Вся стекает вот туда и улетает в нужном направлении. Кто-то задавал вопрос, мол, а не замерзает ли водосточка, успевает ли она весной отмерзнуть. Ну вот сейчас стояли морозы, сколько дней подряд. Ну, много, холодно было. Собственно, ничего не замерзло, все работает. Поэтому хорошая вещь. С этой стороны у нас еще одна терраса. Она такая, видите, уединенная, огороженная с трех сторон стенами. Тенистая терраска. Вообще в доме 3 террасы. Первую вы только что видели, это вторая. И третья с той стороны. Плюс еще есть крыльцо. Зачем так много? Возможно, кто-нибудь захочет спросить. Ну, как я понимаю, концепция такая, чтобы... Во-первых, была солнечная терраса, тенистая терраса на разную погоду. Во-вторых, сам по себе дом подразумевает, что в нем можно уединиться, скажем, члены семьи или их гости могут друг от друга быть довольно далеко. Потому что одна спальня у нас там, как вы помните, вторая вообще в другом конце дома. И можно друг друга не видеть и не слышать, если есть такое желание. Я не знаю, есть ли такое желание у заказчиков, ну вот это, по крайней мере, то, что приходит в голову. Когда в доме много народу, например, а вы хотите с кем-то пообщаться, спокойно посидеть, ну вот, пожалуйста, у вас есть укромный уголок, и есть из чего выбрать.
Это не рекорд, кстати говоря. В очень похожем доме в Юне, если не ошибаюсь, было, по-моему, 5 террас. Конечно, маленьких террас, но тем не менее. Закуток здесь, закуток там, большая терраса тут. С разных сторон. Солнце, тень. Утром, вечером. В общем, можно перемещаться и разнообразить свой загородный отдых таким образом. Ну и вот здесь у нас терраса номер 3. Такой получился дом, такой получился фасад. Оценивайте, нравится вам или нет. По-моему, про него можно сказать, что он строгий, такой строгий кирпичный дом. Посмотрим после затирки. Думаю, смотреться будет еще лучше. Пропадут вот эти все такие, видите, здесь кружочки дюбелей просвечивают. Они все затрутся, будет просто белая затирка. Будет смотреться уже как-то еще более строго. Ну, а здесь у нас то самое большое крыльцо, про которое я уже упоминал. Большое крыльцо, небольшая терраса. В общем, под крышей достаточно места, чтобы поставить пару кресел, наслаждаться воздухом в любую погоду. Что еще интересного у нас здесь? Ну, во-первых, снова стык деревянной части фасада и части, отделанной плиткой под кирпич. Такой же, также набегает деревяшка на кирпичи. Тоже сложный угол. Незамерзающий кран, я помню, что обещал показать его, как он выглядит в разобранном, еще не смонтированном виде. Представится случай. И вот эта штука наверху, это выхлоп для центрального пылесоса. Ну, то есть это такая дверка, прикрывает трубу. Если пылесос включается, дверка потоком воздуха открывается. Ну, а мы сейчас пойдем внутрь дома, посмотрим, что получилось внутри. И я попробую, не знаю, понравится вам или нет, такой а-ля обзор, пролет по дому. Ну, в комментариях напишите, чего думаете по этому поводу, если вообще что-то путное из этого получится. Итак, мы открываем входную дверь, попадаем в небольшую прихожую. Проходим прямо, сразу напротив входа первая из спален, первая из комнат. Поворачиваем налево от входной двери и идем в левую часть дома. Смотрите, здесь разные помещения. Сначала доходим до конца. Это большая спальня. На планировке можно посмотреть размеры и экспликацию помещений. Можно посмотреть, какие размеры. Итак, вот мы прошли в спальню и возвращаемся. Если повернуть направо, видим будущий санузел. Видите, здесь выводы для подключения унитаза, раковина. Санузел с окном. Потом дальше. Следующее помещение по правой стороне. Это такая кладовая комната для всяких полезных штук. Напротив кладовки есть еще одна спальня. Вот она. Вот здесь. Вот такая. Так, и значит, смотрите. Входная дверь. Сбоку от нее, сразу справа, вход в котельную. Здесь электрический щит, котел, коллектор теплого пола, бойлер. Ну, в общем, техническое сердце дома. И снова от входа мы попадаем в тот же самый коридор, поворачиваем направо. Еще один выход на террасу был, и отсюда попадаем в большую кухню-гостиную. Я повторяю, мы это с вами рассматриваем еще чуть подробнее в статичном виде, пока просто осматриваемся. Значит, в гостиной камин, куча окон, отделка деревом. И здесь будет кухонный остров, там из пола торчит труба для этого дела. И вдоль этой стены будет кухня. Дальше коридор нас уводит в другую часть дома. Вот это помещение, первое от кухни, будущая хозяйственная комната для всяких припасов. Дальше здесь у нас душевая, санузел и сауна. Сауну тоже вам покажу еще более детально. Если мы из этого санузла выходим в коридор и идем дальше, сначала такая здесь вот ниша в стене, наверное, для будущего шкафа. И заканчивается дом еще одной спальней. Вот что интересно, спальни все между собой разнесены. Сейчас мы в дальнем конце дома, перед нами коридор. Ну вот это я вам таким образом показываю планировку, как человек
который ходит по дому и смотрит на все, что здесь есть. Ну, снова гостиная, там за стеклом, за окнами терраса. В гостиной высокий потолок, кстати говоря, видите? Вот такой высокий потолок интересной формы. И возвращаемся мы с вами обратно. Большой коридор, ну, в общем, и весь дом. Снова выходим на улицу. Вот здесь точка нашего входа. Ну что ж, не знаю, что получилось с облетом дома. Поглядим. Надеюсь, вы смогли понять, что где, что в доме есть и какая у него конфигурация. А теперь мы немножко подробнее рассмотрим некоторые вещи и на этом закруглимся. Странно, наверное, смотрится, когда сидишь и разговариваешь с камином. Хорошо, что никто не видит. Кстати, сегодня все съехали уже отсюда, поэтому я здесь хожу один, никого нет. Опять напишет кто-нибудь в комментариях, где экшен, где строительные работы. Ну вот, ребята, получается так, что не получается вам пока их показывать. Холодно, и вообще еще увидите. Значит, по поводу обшивки стен, часть дерево, часть гипрог. Ну, это вы и сами видите. Примыкание дерева к гипрогу непростое, честно скажу, и получилось оно не идеально. Но это дерево. Возможно, на момент монтажа все было и лучше. Оно ровно подрезано, но вот как-то эта щель, я думаю, будет еще шпаклеваться, будет делаться, все будет нормально. Значит, это общий вид. Здесь короб для камина. Он будет как-то отделан, я не знаю. Кстати, мы будем делать здесь отделку, так что вы увидите преображение всего этого добра. Здесь вот будут стоять решетки каминные, и из них будет идти тепло во время того, когда камин будет работать. Просили вы, дамы и господа, показать вам короб, как делается. Ну, он уже сделан, но здесь видно чего-то. Видно, что короб обшит двумя слоями ГВЛ, и вот здесь внутри идет слой специальной огнестойкой ваты. И изнутри еще один слой того же самого негорючего ГВЛ. По поводу этих самых коробов, коробов для камина. Короче говоря, давайте договоримся так, что я вам покажу, во-первых, монтаж, как это все делается. И во-вторых, вот напишите в комментариях, интересно будет или нет. Я, в принципе, могу съездить к нашему поставщику, где мы закупаем топки, дымоходы. У них есть шоу-рум, там выставлены разные модели каминов. Ну, можно помучить консультанта на видео, он расскажет вообще, что есть, сколько стоит, какой выбор, сколько весит, ну, такие вещи. Я вот повторюсь, не знаю, будет ли вам это интересно, в комментариях напишите. Если да, то, возможно, сюжет отдельный про камины мы сделаем. Про монтаж и про, собственно, выбор того, чего можно купить и за какие деньги. А вот это у нас посреди пола торчит кабель. Пятижильный, кстати говоря, мощный. Это кухня, зона кухни. Планировалось, что здесь будет то ли остров, то ли кухня будет вот так сюда выдаваться от стены. Точно не знаю. И, короче говоря, для варочной поверхности здесь выведен такой кабель. Правда, уже на данный момент концепция поменялась, насколько мне известно. И вместо электрической плиты плита будет газовая, вроде как даже с баллоном. И вроде бы баллон будет стоять прямо вот здесь. Точно не знаю, врать не буду. В любом случае, подобного рода выводы можно сделать. Можно также вывести воду и сделать такой кухонный островок, отдельно стоящую секцию. Там может быть мойка, варочная панель, все что угодно, чтобы было удобнее готовить. Часто кухню делают в две линии. Например, одна линия вдоль стены, вторая линия покороче. Она, ну, ты между ними ходишь, можешь что-то делать. Короче говоря, это кабель для варочной поверхности. Видимо, не пригодится. Еще одна вещь, которую не в каждом доме встретишь. Смотрите, вот я вам показываю непонятного предназначения нечто. Я уже говорил, что в доме есть центральный пылесос. А вот эта штука называется пневмосовок. Значит, что с ней происходит? Она вот таким образом встраивается в цоколь кухни. Здесь ставится кухонный шкаф, трубы этой хватает, чтобы его закрепить в цоколе кухни. И, значит, такая вот получается у нас на уровне пола щель.
Ты к этой щели подходишь, вот здесь рычажок, такой ногой вот так раз, и у тебя включается автоматический пылесос, потому что вот здесь есть кабель сигнальный. Начинает он затягивать сюда, а ты венчиком так раз-раз всякие крошки, мусор с пола, все это подметающее, ну, улетает в систему центрального пылесоса. Ну, довольно удобная вещица. Кстати говоря, к центральному пылесосу наворотов-то вообще довольно много. Можно поставить еще, есть такая штука, называется, по-моему, LeoVac. Или, ну, короче, неважно, как называется. Идея такая, что ты выдвигаешь кухонный ящик, а у тебя там такой маленький шланг. С маленькой насадочкой ты берешь этот маленький шланг и раз там собрал крошки со стола. Он короткий, и он туда в ящик убирается обратно. Не нужно бежать, доставать большой шланг, втыкать. Ну, то есть он прямо вот под рукой, как инструмент кухонный. Ну, здесь будет совок, может быть, такой LeoVac тоже будет, не знаю, в принципе, можно здесь поставить развилку. Посмотрим. Давайте взглянем на готовую котельную, потому что котельные мы с вами уже видели, но, по-моему, вот после сдачи я ни разу не показывал. Итак, по порядку. Здесь электрический щит, я сейчас покажу покрупнее. Трубы центрального пылесоса, пылесоса самого пока нет. Это пучок слаботочных кабелей. Здесь, как я вижу, антенны и кабели. Ну, может быть, это еще будет видеонаблюдение. Короче, сюда можно, в принципе, вывести по желанию заказчика все, что угодно. Интернет, охранную сигнализацию, ну, короче, любые провода. Здесь у нас холодная горячая вода, коллектор. Можно любого потребителя перекрыть. Сейчас они все закрыты как раз. Барометр на... Ну, это ввод воды. Собственно, здесь можно посмотреть текущее давление, стоит фильтр. Вот, и в этом шкафу коллектор теплого пола. Здесь регулировка всех контуров протока теплоносителя по всем контурам. Электрический котел все это топит. Котлом управляет термостат, который прячется в этой коробочке. Ну и эта махина, это бойлер. Он делает горячую воду. Это Яспи, большой, финский, тяжелый. Надо изучить мне его преимущества. Я так вот... Ну, крутой финский бойлер, в принципе, чего и так понятно, что хорошо. В каком-то из роликов просили вы, товарищи, показать вам электрический щит. Смотрите, значит, вот он. Я понимаю, что просили, скорее всего, показать потроха этого щита и более подробно рассказать, чего там и почему. Ну, вот если вкратце говорить о том, что мы здесь видим, это уже собранная система, все здесь готово. Я панели сейчас снимать не буду, поймаем другой момент какой-нибудь для рассказа. И, наверное, Сергея попрошу рассказать про щиты, потому что он вообще-то электрик и много об этом знает. Ну, если вкратце, здесь на каждого потребителя, либо на группу потребителей, там, на, скажем, на 2-3 розетки отдельный автомат идет. На свет идут отдельные автоматы, 6-амперные S6 на свет, 10-16 на розетке. Отдельный автомат на мокрые зоны, УЗО, противопожарное УЗО, УЗО для мокрых помещений, вводной автомат. Ну, короче, идея в том, что все потребители раскиданы по своим автоматам. Все с этой точки зрения сделано правильно. И в загородном доме это стандартная ситуация. Это может быть в квартире у вас один рычажок. Ну, здесь обычно, ну и вообще любой современный щит, в принципе, и в квартирах тоже, должен выглядеть примерно так. Ну, просто чем меньше в доме розеток, света, приборов и прочего, тем меньше будет здесь всего напихано. В один щит давно уже не помещается то, что мы делаем, поэтому обычно щитов два, они вот так вот рядом висят. Ну, здесь они получились разного размера, ну, как бы это не принципиально. Так, я в кадр не помещаюсь, это у нас шкаф, в котором стоят коллекторы холодной и горячей воды. Здесь все подписано, я вот не знаю, куда делся наш принтер для красивых подписей, поэтому вот такой вот мерзкий маркер, хотя подписано разборчиво, то нормально. Потом здесь мне вот лично это сраная халтура какая-то, потому что хоть это и не бросается в глаза, не видно и ни на что не влияет, но все равно, видите, край какой-то не такой. Ну и здесь ввод воды. Собственно говоря, скучная достаточно вещь, но важная, потому что здесь можно перекрыть любой кран. Соответственно, что касается сантехники, в доме можно считать, что все уже готово. Разводка сделана, остается только подключать раковины, унитазы, ну, в общем, то, чем потребители будут пользоваться. А трубы, водорозетки, все вот это, вся эта тема уже сделана. Это все входит в ту самую цену, которая всем кажется большой. Это коллектор теплого пола. Вот сюда у нас приходят все трубы теплого пола, которые замурованы в пол дома, которые отапливают все помещения. Итальянский коллектор Camisa, мы, кажется, их уже обсуждали.
большой, не поместились контура, все здесь дополнительная секция стоит. Это воздухоотводчик, сверху у нас подача идет горячая вода от котла, а это уже обратка, сюда возвращается вода, которая пробежала по контуру, немного остыла. С помощью этой штуки можно регулировать проток теплоносителя, воды, либо здесь антифриз у нас залит, который там бегает. Крутим мы вот эти штуки таким вот образом, когда мы вращаем, как обычный кран. Открутили больше протока, закрутили меньше. Это нужно для того, чтобы выровнять проток по всем контурам. Потому что, например, у нас один контур может быть 30 метров, а другой 40 или 50. Если все вот эти кранчики одинаково открутить, проток будет разный. Потому что чем длиннее контур, тем больше сопротивления, тем он там медленнее будет двигаться вода. Поэтому этими штуками мы выравниваем проток по всем контурам, чтобы он был примерно одинаковый. Ну и можно схитрить, в принципе, если мы хотим, скажем, в спальне, чтобы было немножко прохладнее, а в санузле теплее. Мы просто вот этими кранами выставляем проток побольше и поменьше, получаем небольшую разницу температуры. Вот не нужно только ждать, что можно выставить в одном помещении 20, а в другом 25. Вот этого, скорее всего, не получится. Ну, пару градусов можно вот разницу отыграть. В принципе, можно сюда еще ставить автоматику, приводы специальные, которые это дело крутят по датчикам температуры. Но это более сложная система, она не так сильно востребована. Я даже не помню, ставили мы такую где-то или нет. Но это, в принципе, тоже возможно. Можно автоматизировать регулировку каждого контура. Это электрический котел Протерм, наш любимый. Не знаю, пора, наверное, Протерму нам что-то отчислять уже за то, что мы все время используем их продукцию. 12 киловатт. Управляется котел вот здесь, в этом щитке, припрятан внутри. Я не знаю, видно ли вам термостат-зонд. Термостат наблюдает за температурой, у него стоит термодатчик, и поддерживает температуру, которую можно на телефоне там выставлять, какую захочется. По графику, по звонку, по смс. Ну, короче говоря, управлять теплом в доме можно удаленно. Когда нет газа, когда нет, ну, в общем, когда достаточная мощность электричества, вернее сказать так, и нет более дешевых альтернатив, это нормальный абсолютно вариант для дома на УШП. О расходах такого дома в зимнее время мне сейчас сложно судить. Но если судить по моему дому, который имеет площадь 110 квадратных метров, поменьше, чем этот, конечно, но тем не менее, когда у меня стоял котел электрический, зимой, в самые холодные месяцы, больше, чем 5000 рублей у меня не уходило, насколько я помню. Причем 5000 на готовку и на все, что есть в доме электрическое, ну и на отопление. Сейчас у меня стоит газ, кстати говоря, надо про свой дом тоже бы рассказать. Я плачу что-то около 1000 рублей, и то считаю, что это много, потому что не совсем правильная система собрана. Газовщики немножко напортачили, но про это я тоже расскажу. В общем, суть в том, что отопление котлом – это нормально. Здесь он показывает мощность, там сейчас цифра 6 горит, значит, что он выставлен на 6 кВт. Так, ну мы подходим уже к концу. Я уже, наверное, вам надоел бесконечно болтать. Смотрите, это будущий душ, и здесь стоят такие вот замечательные заглушки. Мы перешли на пластик. Ну, мы и раньше использовали пластик, а потом перешли на металлические заглушки. И очень ни одна неприятная история с такой заглушкой произошла. Постараюсь вам рассказать. История произошла в доме в Горьковском. Мы там будем устранять всякие последствия того, что произошло, и поговорим о заглушках. И там не только с заглушками дело, там на самом деле много таких моментов. Постараюсь вам показать, какие недочеты возникли. Ну, короче, там я вам уже показывал коллектор горячей холодной воды, ну, а здесь эти трубы выходят, и они заглушены, чтобы ничего не полилось. Ну и вот у нас еще одно последнее, что мы посмотрим сегодня, помещение, это сауна. Вообще, очень часто в домах мы делаем сауны. По поводу того, как делаем, я вроде уже показывал, не буду повторяться. Но смотрите, здесь 4 с чем-то квадратных метра, 4,5, даже чуть меньше. Работа, материалы, вот это дерево, по-моему, это осина, светильники, печка, все вместе обходится, по-моему, 1200. Но опять же, я не буду врать, я потом напишу в описании точную цену. Мысль в чем? Что сделать сауну в загородном доме, это вовсе не так уж дорого, как может кому-то казаться.
Ну, наверняка кто-то думает, что сауна – это дорого. Не думайте, это нормально, это можно себе позволить. И вот здесь в углу, сразу как заходишь справа, ну, либо если сидеть перед дверью слева от двери, стоит каменка, она пока без камней. Это финская Харви. Вот и вся сауна. Вот, дамы и господа, какая еще вещь. Это кусочек пенопласта, которым утеплен фасад. Есть большое количество страхов, что он сильно горючий, что опасно его применять. Ну, во-первых, на фасаде он крепится без вентзазора, он замазывается потом затиркой, то есть гореть там, в принципе, нечему. Тем не менее, вроде как это фасадный пенопласт, и у него есть добавка, и он, по-моему, не должен поддерживать горение, или гореть не должен, сам точно не знаю. Короче, я беру кусок этого пенопласта, зажигалку, ну и вот бумажку, от которой это все добро сейчас буду пробовать поджечь. Я не пробовал это делать до этого, я вот, честно, даже не знаю, что из этого получится. Будет он гореть, не будет, хрен его знает. Если будет, страшного в этом ничего нет, потому что, ну, он защищен, да. А если не будет, так тем более хорошо. Ну, давайте попробуем, просто чтобы быть в курсе, скажем так. Я сначала бумажку поджигаю, а потом от бумажки уже кусок пенопласта. Мне кажется, так будет лучше. Что-то мой счет за ремонт машины не хочет гореть. Это плохо. Вообще, конечно, около дома что-то жечь, наверное, не очень хорошая идея. Но с этой стороны меньше ветра. Блин, зажигалку здорово тушит. Знаете, наш эксперимент под угрозой, товарищи. Бумажка дымит, но не горит. Можно утеплять дом бумагой. Бумага не горит. А, ну вот, загорелось чего-то. Да, берем мы, значит... пенопласт. А, видно вам, да? Здесь огонь. Пошло не по плану что-то. Бумага не в ту сторону горит. Так, ладно. С бумагой не получилось. Я уберу за собой этот мусор. Хотя вообще убрались мы плохо. Короче, зажигалка, пенопласт. Так, ветер. Ну вот он начал плавиться. Видно вам это или нет? Я понять не могу. Я слишком увлечен процессом. Так. Пока результат отрицательный. Или наоборот положительный. Не знаю. Ну, короче, не горит пока. Так. Смотрим, смотрим. Вот он плавится, он воняет, кстати. Я подвергаюсь, дамы и господа, нешуточной опасности. Это ядовитый дым. Но ветер раздувает, поэтому я думаю, что не пострадаю. Знаете, жечь пенопласт в доме плохая идея, но давайте все-таки... Ну, я думаю, заказчики меня простят, потому что им, наверное, тоже, в конце концов, интересно, чем это им отделали дом. Поэтому попытка номер два. О, наконец. Ну вот, смотрите. Видите, он плавится. И вот он вроде как даже пытается гореть. Потух. Как мы знаем, в верхнем пламени свечи максимальная температура. Вот он загорелся. Видите? Это пенопласт, что называется, он не поддерживает горение. То есть, когда я зажигалкой его поджигаю, он под воздействием огня, конечно, горит. Но вот такое... Смотрите. Ну вот. Видите? Ну вот и весь пенопласт. Ну, то есть страхи насчет того, что он поддерживает горение, они оправданы, если пенопласт не специальный, не фасадный. А если пенопласт специально сделан для фасада, то гореть он не будет. Он будет вонять, он будет выделять всю эту химию, но если на него прямо вот воздействует пламя. А так сам по себе, ну вот давайте еще разок.
последний раз. Я подвергаю себя опасности, потому что это неприятная вонь. И вообще, вообще опасно. Ну вот. Не горит. Что ж, дамы и господа, на сегодня это все. Надеюсь, что вам было интересно. Если не интересно, ставьте палец вниз. А если интересно, палец вверх. И напоминаю, что в этот дом мы еще вернемся. Здесь у нас будет чистовая отделка, поэтому вы можете задавать любые вопросы, просить что-то показать или рассказать про этот дом в комментариях. Я сюда еще точно вернусь. Правда, пока не знаю, когда. Ну, через какое-то время, может быть, летом. Я, кстати, завел специальный файлик, куда записываю все ваши комментарии, где вы просите «покажи то, покажи это, расскажи об этом». Ну и по мере возможности я это все упорядочу, постараюсь обо всем рассказывать. Поэтому ваши комментарии играют роль. Спасибо за просмотр и всем пока. А, кстати, еще одно из косяков. Я же про косяки тоже вам рассказываю. Ну вот на этом объекте чего-то явного я пока не вижу. Но мусор убран плохо. Здесь снег, и когда это все растает, придется еще раз убираться, Вадим, если ты это смотришь.